из 80-х переносимся в 90-е и встречаем Мурата Насырова. В 93-м он радовал малышей, исполняя заглавные песни в мультиках «Черный плащ», «Утиные истории». В 97-м заставил танцевать страну под «Мальчик хочет тампу». А в 98-м представил балладу, ставшую одним из главных и уже вечных гимнов любви. Прошло почти 25 лет, но люди продолжают его слушать, впускать в сердце, благодарить Мурата за чистый, светлый и трогательный хит. Работа «Я – это ты» на 10-й ступени. Все, что сейчас.